Зачем Вашингтон послал людей на фронтир? Вашингтон? За одной дикаркой. Она пыталась украсть источник его силы. Ты уже нашел ее. Огонь! Бегите как можно дальше от города! Укройтесь в лесу! Радунха-гейду! Мать рода велит собрать ветви Великой Ивы. Сделать тот чай? Она что, с ума сошла? Его последствия слишком ужасны. Его нельзя пить. Вам нас не победить. Ты выжила? Поразительно. В этот раз я убью тебя наверняка. Мама! Вашингтон. Именно ты должен исправить ошибку матери. Ступай, залезь на Великую Иву и добудь ее молодые побеги. Выпив их отвар, ты обретешь силу, чтобы одолеть безумного короля. Мать рода. Убей Арнольда и прекрати бой здесь. Ты должен. Однажды ты сбежал от меня, но теперь умрешь. Разыщи Франклина в Бостоне. Он поможет, если сумеешь его спасти. Откуда спасти? Попался. Наш Светоч. Да-да, наш Светоч. Он за нами следит. Мы любим короля. Он следит за нами. Я привез вам подарок, мой король. Подарок? Думаю, вам понравится. Вы очень любезны, Патнам. А вы знали об этом, господин Франклин? Нет, впервые слышу. Что за подарок, генерал Патнам? Самый лучший. Пойдемте. Поднять его. Это в него вы стреляли в упор в той деревне, сир. Правда? И он выжил. Впечатляет. Я тоже одного захватил, сир. Он здесь, рядом. Дикарь, примкнувший к предателю, Сэму Адамсу. Отрубите им головы. А с ними просто тем, на кого падет жребий. В наущение всем. Казнить по жребию? Думаете, это не слишком, сир? Это слишком? Защищать свободу — это слишком? Уничтожать тех, кто поработил бы нас — слишком? А так ли вы преданы стране, как говорите, господин Франклин? Да. Конечно, Ваше Величество. Пусть соорудят эшафот. Слушаюсь. Патнам, боюсь, Франклин совсем размяк. Проследите за подавлением восстания, а я подумаю, кого поставить здесь во главе. У меня есть план, милорд. А ты? Что ж, посмотрим, как ты... выживешь без головы. Действуйте, Патнам. Слушаюсь, сир. Будь начеку, солдат. Наш Светоч следит за всеми. Завтра город посмотришь, когда голова на колу далеко видно. За нами следит он, наш Светоч следит. Пахнет хуже, чем выглядит. Наш Светоч, да... Наш Светоч, наш... На помощь! Он сбежал! Все сюда! Что происходит?
Заткнись, ты! Побег! В чем дело? Он был здесь, и нету! Небось, в какую-то дырку пролез! Эй! Есть кто живой? Выпустите меня! Радон Хагейду? Ганадоган, ты жив? Друг мой, даже не верится, что ты здесь. И ты? Они сказали, ты мертв. И твоя мама тоже. Мать рода исцелила меня. Но, Ганадоган, я не сумел спасти маму. И не сумел спасти деревню. Мне очень жаль, Радон Хагейду. Здесь тоже дела плохи. Я сражаюсь вместе с Адамсом, но нас слишком мало. Скорей, выпусти меня. Вашингтон грабит всех и превращает наш народ в рабов, а затем отправляет все в Нью-Йорк, где им устроят дворец. Мы пытались освободить рабов, но попали в засаду, и меня схватили. Мы заперты! Куда ты смотришь? Радон Хагейду! Это дар духа Бога. Но он же наш светоч. Заткнись, дубина. Здесь далеко не все. Спас меня, брат. На помощь! Жди здесь. Пройдешь, когда все будет чисто. На помощь! Он сбежал! Все сюда!
Что это? Чай красной ивы. Ну вот почему ты так двигаешься. Ты поднимался в небо? Да. Ты что? Чтобы победить Вашингтона, мне понадобится сила духов зверей. Нет. Я зря слушался мать, поднявшись в небо. Это слишком опасно. У нас нет выбора. Но ты попусту рискуешь жизнью. Даже дух волка не сумел спасти меня от плена. Ты знаешь не все. Каждый раз на пути в небо можно встретить нового покровителя. Стой! Там каждый раз можно потерять рассудок. Я понимаю риск. Этот путь пройду я.
Радон Хагейду. Радон Хагейду. Солдаты. Они подняли тревогу. Ты видел зверя? Ты в порядке? Лучше не бывает. Грязные дикари! Убейте их, или Вашингтон нас казнит! Меня уж точно. Я ни черта не вижу. Нет тут ни шиша! Никого нет.
Там Франклин! Дикари там! Вперед! Солдаты мои, останови Франклина! А где? Я не понимаю. Кто я? Почему Арнольд велел обратиться к вам? Это я? Да-да. Да, это я. Я пришел в себя. Боже, что я натворил? Не терплю тех, кто встает на моем пути! Спасти деревню! Ты не смог спасти свою мать! Остановись, Радунха, не иду! Все пошло прах. Все рушится. Все рушится. Радунха, я иду. Что случилось? Он был мой. Франклин был мой. Но... Вашингтон. Я не знаю. Вашингтон? Франклина нужно спасти не из тюрьмы. Его нужно спасти от власти Вашингтона. Юноша, вам нужен врач? Я нашел друга. Радунха, я иду. Сэмюэл Адамс. А, мой знакомый? Я... Слышал о вас, сэр. Вы тот самый воин в волчьей накидке. Сэр, я восхищаюсь тем, что вы делаете. Мы боремся, но нам тяжело. Ваша помощь будет кстати. Идем, Радунха Гейду. Надо выбираться отсюда. У нас есть где укрыться.
Теперь я не умру с голоду. Спасибо.
Теперь я не умру с голоду. Yeah.